Так, друзья, сегодня произошел эксцесс. В общем, перед моим самым выступлением выключили свет и пришлось играть вот здесь под баян вживую. А все почему? Потому что в театре Камал, который сзади находится, какая-то частная премьера была. И, видимо, им там не понравилось. Короче, вот такая ситуация. Пришлось чисто вживую под баян выкручиваться одному. Это было дико. Thank you.
любовь.